Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Земельный участок в Зеленограде выставят на торги для ИЖС. Как сообщает пресс-служба Москомстроинвеста, градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с торгами. Участок находится по адресу улица Прудная, владение 17. Председатель Москомстроинвеста и ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова рассказала, что участок может вместить здание площадью 222 квадратных метра. Сейчас объект освобожден от застройки. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы и не только читайте на сайте mymsk.online. До скорого!